У Жени Козловского есть рассказ. Один столичный человек, чтобы влюбить в себя девушку с периферии, читает ей стихи и пересказывает книги, которые у нас не печатают. Потом девушка по наивности пересказывает это все какому-то своему руководителю. И когда человек, рассказавший ей лишнее, возвращается в Москву, его вызывают органы и ставят штамп с выпиской из Москвы, единственного города, где он всю жизнь привык жить. Этот потерянный человек идет на вокзал, и эта сказка фантастическим образом пропадает. Не в смысле, что его посадили, убрали. Нет, именно сказочно исчезает со света. Сам закон сказки все рассудил по справедливости. Человек посягнул на правильное сознание, на взгляды девушки. А она должна знать лишь то, что ей позволено знать по ее жизни. Иначе как она будет жить жизнью, какой она предназначена? Родина предусмотрела, что ей надо знать, что читать, что смотреть в телевизор. Зато и наказан бедный человек сказочной судьбой, что растревожил ей ум. Так вот, мы не хотим притворяться наивными и говорить, почему нас не печатают. Правильно не печатают, потому что есть закон и порядок нашей жизни. Есть закон, что положено печатно показывать людям, и о чем молчать. Какой есть закон и порядок Родины, такой он и должен быть. Порядок для людей художественного взгляда всегда фатально прав. Мы привязаны к нему. Он нужен нам. В нарушении его нерв наших художеств. Изменись он, нерв наш будет из нас вынут, и почва уйдет из-под ног. Наши сочинения в основном непечатны. А хочется, чтобы где-то на какой-то нейтральной полосе они были сохранены. В память о годах нашего труда, и чтобы мы законно могли считаться людьми, которые пишут, и в этом их жизнь. И, например, мы решаем объявить себя таким сообществом. А чтобы закон Родины не счел это криминалом, просим, например, всемирный международный фэн-клуб взять нас под охрану и объявить нас неприкосновенным участком. Ну и что? В высшем смысле ничего хорошего в такой предусмотрительности, в таком юридическом расчете нет. Мы в этом случае перешагиваем через голову местного закона. Когда-то, однажды, мы подчинились внутреннему закону, он же как будто свобода. А теперь стали бы искать ему поддержку и оформление в каком-то экстерриториальном всемирном праве. А ведь Родина, то есть и все мы сами, верим по-настоящему тем нарушителям, кто судьбой поплатился за свою свободу. Если у нас человек хорошо устроился, если ему что-то разрешают, что не разрешают другим, сердце к нему у людей уже не лежит. О, неужели же либеральность дошла у нас так далеко? Неужели европейский закон так неотвратимо проник в нашу мораль, что нас, например, огражденных всемирным правом, никто бы не тронул, и значит, никто бы на нас особенно не обратил внимания? Нет, если нас не накажут, если внешний огонь нас ничуть не опалит, мы погибли для славы. Кажется, жить, если вам спокойно дают жить, и внимания на вас не обращают, только гореть одним внутренним огнем, но сгореть от него. Тогда люди поверят поэту и распространят его произведение.